Оу, хейоу гейс, с вами Шимики, и мы продолжим проходить игру под названием Holy Kings. Короче, дело в том... Сюда мы сейчас пойдем, древний котлован. Дело в том, что я, короче, спустился вниз, а там, короче, вот это, помните, стенка. Сраная стенка, благодаря которой я не могу пройти никуда. Черная мгла. И здесь мы, кажется, тоже не могли пройти. Потому что я что-то не мог, либо у меня полета не было, либо еще что-то. Поэтому, что мы делаем? А мы делаем вот что. Мы сейчас отправляемся в ближайший город. В основном нам нужно, ну, где-то грязь, да, вот это. Ну, короче, первая локация враждебная. Там нам нужно с вами... Нам. Карты этой местности нету. А что за место? А, я здесь был. Чтобы... В смысле? А как раз нам... Да? Чё это за место? Так. Чё-то я этого места не помню. Куда-то меня завезло, походу, не туда. Просто из-за того, что я могу улучшить себе меч, во-первых. И нахожусь. Сейчас мелкие, да, повлазят? А не. А удивление, что с больших нихера не вылазит. Да, нужно убрать херь, которая типа меня толкает, когда я бью. А, за них нихера не дают. Как бы сразу сказали. А, фух. Фу-ху! А, нормально. Так, у меня 2000. Я не знаю, куда мне их деть. Пустое место, здесь ничего не было. Я тут тоже не был. Не обманывайте меня. Ну ладно. Мелкие пусты. Ага, у меня два варианта, куда идти, вверх или вниз. Картёженька не найду. Угу. Город слез. Это кислота, да? Я так и понял. Где-то, по идее, я здесь должен был себе найти слезу. Слеза, которая позволяет мне плавать в кислоте. Что-то тут я вообще такого подобного не вижу. Картёжник. Край королевства. Ой, только давай ты не будешь...
Мне... Бля... Ладно, хотя бы на... А где картежник? Листы тут валяются. Я лист видел, когда входил сюда. О, слышу его. Разве это не уютная нора? Я разживался в дикие места неподалеку и решил, что пора бы уже отдохнуть. Пейзаж в этой острове гораздо восхитительнее, безмятежный, чего не скажешь о ее обитателях. Давай карту, давай, давай, давай. Ага. Королевские стоки. Город слез. Ух. А ну, что здесь у нас? Мне это еще хрень урон нанесла. Класс. Я думал, я спасся. Улиточка. Ты свободен. Ты свободна. Ты теперь свободна. Это где? Все равно не пойму. Короче, мы с вами в какой-то улей пришли. Если говорить короче. Падает с неба непонятно кто. Я тут не могу улазить, потому что тут кислота. О, а так я могу улазить. Дневник. Так, город лёс. Мне в стоки нужно попасть. Если так посмотреть. Если так посмотреть. А, там скамья есть. А я до неё ещё не доходил, да? Ладно, погнали в город слез. Мне нужно добыть. Я добуду по-любому. А, подожди, а тут уже, кажется, нету, да, прохода? Тут кислота. Ага. А где мне тогда искать? Слезу эту нашу. Ладно, погнали обратно. Я думаю, чтоб типа ми... А чё вы возродились, алло?
А, не хочу с ними драться. Почему эти все падают? Жуки. Что это за хери? Ого. У нас уже что-то новенькое. Это у нас уже что-то новенькое. Ага, главное, чтобы кислоты там не было и все. Нормально. Тут же лавочка. Эй, да не еще идти. Я просто не хочу хил тратить. Ладно, хилюсь, хилюсь. Это все равно ловочка! Карта заполнена. Так, ладно, там есть проход. Войти. Хм, как меня нашли здесь, на самом краю мира? Да, я знаю, зачем ты здесь. Ты хочешь, чтобы легендарный мастер Гвоздя Ора научил тебе свои техники? Великий гуру Гвоздей наказал нам предавать мастерству тех, кто этого достоин. Но никто не запретит мне брать за это плату. Если ты и правда хочешь тренироваться со мной, ты кажись это своей гео. Да. Мне все равно сейчас гео некуда девать. Рассекающий удар. Изучено. Удержите X, чтобы набрать энергии в гвозде. Отпустите. Вау. Должен сказать, что ученик ты первоклассный. То, как ты владеешь гвоздем, твое желание стать сильнее. Ты напоминаешь мне моих братьев. Я научил тебя всему, что я знал. Ступай, путешественник, и дай мне побыть в одиночестве. Бам. Финер. А могу я с тобой еще поговорить? Бам. Финер. Окей. А ну? Ну? Почему я не могу его использовать?
Ладно. Он не сломал. Что за херня? Стоять. Мне на вас посрать. Где мое учение? Было сказано удерживать X. Может, типа во время рывка? Окей. Классно. Классно, я рывок юзаю. Вы серьезно это сейчас, да? Окно. Раз, два, далее. Пулеметы херячат. По мне херячат. О, смотреть. Быстрый удар. Буду быстро атаковать. Да сюда иди ты, пиздак. Иди ты в бздак. Раная блоха. Так, а теперь время. Так, денежка.
все собрал, можно валить отсюда. Ой-ой-ой-ой. Дневник. А, и опять это черный херь, да, который меня не пропустит. Конечно. Ну как же еще? Как же без этого? Как я понял, это мы в царстве Блох. Скажем так. Это царство Блох. Я самый, бля. Бла. Осознание факта, что он снова воскрес, и он с фул хп. Ладно, норм. И он меня смог достать. И он меня смог достать. Молодец. Молодец. Может, такая же херь случилась. Илимся. Слышу, где-то эта тварь жужжит. Не хочу с ним драться. Не хочу. Нафиг он мне нужен. Он меня расстроил, он меня обидел. Но я здесь не поднимусь, потому что здесь нужен двойной прыжок, которого у меня нету, конечно же. Да. Thank you.
Где выход? О, тихо, там. Иди ты в сраку, плювальщик херов. Там денежку я вижу. Если я вижу здесь денежку, значит я И чё? И что с ним делать? Тоже недоступный. Боже, как вы надоели. Главное, сколько у меня юнитов есть активных, ну, NPC-шек. Но я не могу ни с одним из ними, из них нормально побеседовать, ничего такого. Просто жопа. Там двойной прыжок нужен. Тоже. А, здесь я еще не был. Иди ты... Как же вы меня бесите, блядь, идите в пиздец. Первая локация, которая меня уже бесит настолько, насколько невозможно. Ох. Почему здесь еще и главное эти летучие мыши странные? Что они тут вообще делают? Сука. Давай тебя втихаря в ловушку загоню. Пста тебе. Так, здесь я еще не был. Пипец. Да, вот это хорошо, что мне не нужно бегать по 100 раз в одно место и собирать одно и то же. Пипец их. Так, все, больше тут точно ничего нету. Да, тут больше тут ничего нету. Интересно, куда это пойдем? Thank you.
Так, окей. С другой стороны. Ага, еще один воин нашел наш честный Колизей. Сюда приходят все, кто хочет испытать себя и в пылу смертных битв. Так, начать сложно... Несложно. Поставь отметину на выбранной доске испытаний и готово. Тогда ворота Колизея откроются перед тобой. За шанс в бою, слезнувшись, придется мало заплатить. Ну... Уверен, у тебя такого опыта воина полны карманы, Гео. Но все же, пока твой гвоздь не обнажен, и ты не врываешься в битву, я хочу дать тебе совет. У нас внизу есть воинский покой, где ждут своего часа, подобные тебе. Так, настоятельно советую отдохнуть, прежде чем оставить отметину. И пусть у тебя не будет сомнений, я сам воин, хотя куда. Не суди по моим размерам и нынешнему положению. Лизей манит нас обоих. Я скоро тоже приму бой. Сделай взнос, и сможешь пройти испытание на воина. Не хочешь делать взнос? Никто еще не обрел славы. Стой, это испытание закрыто для тех, кто не сделал взнос. Вскоре пойдет сюда Гео. А, вот он говорит здесь, да, внизу? Давайте тогда на этом закончим. Следующая серия у нас будет с вами, как я понял, Колизей. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.